«Научный кружок по гражданскому праву» части 1 объединяет студентов, магистрантов, аспирантов и выпускников юридического факультета Белорусского государственного университета. Научный кружок функционирует на юридическом факультете более 12 лет. Он был основан 6 апреля 2004 года доцентом кафедры гражданского права, кандидатом юридических наук Салей Еленой Анатольевной, которая и по сегодняшний день выступает его бессменным руководителем. В 2010 году с руководителем научного кружка стала Ландо Дарья Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права. Участие в кружке – это предварительная ступень к участию в научных конференциях на более высоком уровне. И очень часто члены нашего кружка понимают, что они хотели бы стать магистрантами и аспирантами нашей кафедры. Мы используем разнообразные формы педагогической работы и методов стимулирования, среди которых имеет место как самостоятельная, так и командная работа. В работе кружка участвуют также и опытные специалисты практики, в том числе выпускники факультета. Члены нашего научного кружка имеют различные достижения. Среди них достижения как в научной, так и в практической деятельности. Одним из основных является апробация научных исследований кружковцев в научных конференциях и семинарах различного уровня. Научные работы наших студентов несколько лет подряд занимают призовые места на республиканском конкурсе научных работ студентов. К гражданскому праву нельзя относиться нейтрально. Его либо любят, либо... Поэтому наше сообщество, именуемое «Научный кружок по гражданскому праву», это союз единомышленников. Мы гордимся успехами каждого из нас, мы гордимся совместными достижениями и стремимся к новым свершениям. Кружок предоставляет участникам множество путей для самореализации. Здесь всегда приветствуется активность и собственная инициатива. Наше сообщество дает своим членам все возможности для того, чтобы познать все тайны цивилистики. Наши двери открыты для всех, кто хочет заниматься исследованиями в сфере гражданского права, реализовывать свой потенциал и проводить время в кругу единомышленников. Кружок по гражданскому праву части 1 сыграл значимую роль в моей жизни, в становлении как специалиста. Научный кружок по гражданскому праву части 1 открыт для всех, кто хочет заниматься исследованиями в сфере гражданского права, реализовывать свой потенциал и проводить время в кругу единомышленников. Наши двери открыты для всех, кто хочет заниматься исследованиями в сфере гражданского права.